из него есть так. Я могу понять. Да. Так, уважаемые коллеги, прошу регистрироваться. Сегодня мы с вами начинаем изучение детской гематологии и начнем с геморрагического синдрома. Переключено. Потому что я начинаю этим, а не ничего не начинаю. Лучше спрятать. Или можно сделать. Итак, коллеги, небольшие технические проблемы. Я рада, что мы с вами общаемся, хоть и виртуально, но все-таки вижу, что у вас интерес к педиатрии сохраняется. Поговорим прежде всего о сегодня. Прежде всего поговорим и начнем разбор геморрагических проблем с того, что вспомним физиологию гемостаза. Итак, я рассчитываю, что вы помните с физиологии, что различают первичный или сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, или вторичный, или коагуляционный гемостаз. Первичный гемостаз выполняет очень значимую роль, обеспечивая первичную остановку кровотечения. И его непосредственными участниками являются стенка сосудов и тромбоциты. Отсюда название сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Если мы попытаемся представить схематично, что же происходит в организме в результате повреждения сосудистой стенки, то этот процесс можно представить следующим образом. Повреждение сосудистой стенки влечет за собой обнажение коллагена. К нему устремляются тромбоциты. Они вначале неактивны, приклеиваются к поврежденной сосудистой стенке, то есть адгезируют. Параллельно происходит активация тромбоцитов, образуются так называемые их псевдоподии. К этим активированным тромбоцитам подходит следующая порция тромбоцитов, которые приклеиваются к уже активным своим собратьям, то есть агрегируют, склеиваются между собой, естественно, активируются, в результате чего происходит образование первичного тромба, который еще получил название тромбоцитарный тромб или тромбоцитарная пробка, белый тромб. Но все эти синонимы свидетельствуют о том, что первичный тромб, обеспечивающий первичную остановку кровотечения в сосудах микроциркуляторного росла, представляет собой непосредственно склеившиеся между собой тромбоциты. Я надеюсь, мы это с вами помним с физиологии. Если попытаться представить себе пространственно, то мы видим, что происходит к поврежденной сосудистой стенке прилипание тромбоцитов, их адгезия, привлечение
других тромбоцитов, в конечном итоге образуется первичная тромбоцитарная пробка или первичный тромб. И главными участниками первичного гемостаза, позволю себе в очередной раз напомнить, являются сосуды, то есть эндотели сосудов и тромбоциты. На сегодня мы имеем возможность отслеживать изменение формы тромбоцитов, его активности путем применения различных методов, в частности, электронной сканирующей микроскопии. Вот так выглядят активные тромбоциты с псевдоподиями, вот так же они склеиваются между собой. И вот в пространственном таком изображении мы видим с вами активные тромбоциты. Сразу же попытаемся разобраться с вами, что происходит клинически. К чему это приводит, патологии первичного звена гемостаза. Понимая на уровне механизмов развития патологии первичного звена гемостаза, мы конкретно можем прогнозировать, какие форменные элементы или какие клинические, какой тип геморрагической сыпи и какие клинические проявления влечет за собой нарушение сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза. Итак, клинически эта патология проявит себя мелкоточечными кровоизлияниями, которые получили название петехии, экхимозы, разницу между этими элементами геморрагическими мы в последующем с вами разберем, кровотечение из микроциркуляторного русла, причем они могут быть самые разные локализации. И десневые, и носовые, и маточные. И, наконец, мы будем видеть клинически так называемые маркеры патологии первичного звена гемостаза, положительные пробы на резистентность капилляра или на устойчивость капилляра. Это традиционные пробы, которые получили название пробы щипка, жгута, Кончаловского, Ромпельеева. Что это за пробы? Ну, если мы, конечно, специально пациента щипать не будем, но если таково вмешательство было, то на месте вот этого механического воздействия мы увидим обильное скопление геморрагической сыпи. При наложении жгута проба Кончаловского Ромпельеева проводится непосредственно уже медицинским персоналом. Накладывается манжета для измерения артериального давления, предварительно очерчивается круг определенного диаметра, и после нагнетания давления до уровня 100 мм жгутного столба мы можем увидеть с вами количество образовавшихся геморрагических элементов. Их определенным образом оценивает по числу возникших кровоизлияний. Как видите, пробы достаточно просты в своем выполнении. У детей довольно часто в местах с давлением, будто это носочки, трусики, в местах с давлением могут образовываться геморрагические элементы. Это тоже можно расценивать как положительные пробы на резистентность капилляра. Клинически мы с вами определились. Как же лабораторно мы можем подтвердить патологию первичного звена гемостаза? Довольно простые методы. Это возможность оценить количество тромбоцитов периферической крови. И снижение количества тромбоцитов менее 150 на 10/9 на литр позволяет нам говорить, что у пациента имеет место тромбоцитопения. Мы говорим с вами сейчас о лабораторных критериях. Мы помним, что количество тромбоцитов в норме колеблется от 180 до 380. Так вот, между 150 и 180 снижение количества тромбоцитов не позволяет нам утверждать, что у пациента есть тромбоцитопения. Мы говорим просто о снижении количества тромбоцитов. Тромбоцитопения термин уместен только при снижении количества тромбоцитов менее 150 на 10/9 на литр. Хотя я сразу обращаю ваше внимание, что наверняка и
на цикле гематологии взрослых, на других циклах. Вы наверняка слышали, что сегодня обсуждается цифра снижения количества тромбоцитов менее 100 на 10 девятых на литр. Все время идет речь о том, что необходимо изменить этот критерий. Но на сегодняшний день критерий выглядит следующим образом. Менее 150 на 10 девятых на литр. Довольно часто даже при снижении количества тромбоцитов до 100 на 10 девятых на литр мы геморрагических элементов не видим. Следующий тест, позволяющий нам говорить о патологии первичного звена гемостаза, является увеличение длительности кровотечения. Наиболее распространенным является тест по Дуке или Дьюку, по-разному переводят. В норме на первичную остановку кровотечения организму необходимо 2-4 минуты. Так вот, увеличение длительности кровотечения более 4, а еще тем более 5, свидетельствует о патологии первичного звена гемостаза. Хочу сразу обратить ваше внимание, что время свертывания и длительность кровотечения не являются синонимом. И, наконец, если мы зададимся с вами целью исследовать нарушение функции тромбоцитов, то снижение, изменение адгезивной способности, агрегационной способности тромбоцитов даст нам основание говорить о том, что у пациента имеет место патология первичного звена гемостаза. Итак, с первичным гемостазом, я надеюсь, мы с вами разобрались. Вторичный или коагуляционный гемостаз, он представлен несколькими системами. Свертывающей системой, противосвертывающей системой и, наконец, плазминовой или фибринолитической системой. Физиологическая роль системы вторичного гемостаза, вторичного звена гемостаза, она разнообразна. Это и остановка кровотечения, поддержание крови в жидком состоянии и, наконец, лизис тромба. Давайте попытаемся разобраться, как же это происходит. Итак, свертывающая система, она выполняет определенную роль в организме. Это физиологическая остановка кровотечения. Свертывающая система, она многокомпонентна. И если мы посмотрим с вами на представленную схему свертывающей системы, мы видим, что в ней присутствует внешний механизм и внутренний механизм. Прежде чем образуется финальный или окончательный тромб, и мы добьемся желаемого результата остановки кровотечения, происходит ряд знаковых процессов. Прежде всего, образуется протромбиназа. Вот этот комплекс, я обозначила ее вот стрелочкой. Итак, что это за вещество протромбиназа? Как оно образуется? Само название, ее окончание аза говорит о том, что это активное вещество. Протромбиназа может образовываться как по внешнему, так и по внутреннему пути. Внешний механизм, он работает в физиологических условиях, когда происходит нарушение целостности ткани, выделяется третий тканевой фактор. Воздействие на седьмой фактор проконвертин, он трансформирует его в активную форму, седьмой А-фактор, и уже через 7-8 минут путем воздействия, 7-8 секунд путем воздействия на десятый фактор образуются первые порции активного вещества, которое получило название протромбиназа. Внешний механизм, он более длинный. Вы видите, что здесь задействован целый каскад свертывающих факторов или прокоагулянтов, других веществ, третий пластинчатый фактор, ионы калия, кальция. Так вот, активация внутреннего механизма происходит прежде всего в условиях патологии, когда в результате повреждения сосудистой стенки обнажается коллаген, мы с вами уже об этом говорили, выделяются биологически активные вещества, в том числе протеазы, они
активирует фактор Хагемана, не фактор 12. Тот, в свою очередь, воздействуя на 11 фактор, вызывает каскад реакции, приводящий к образованию, опять же, протромбиназы. То есть протромбиназа – это фактор, который позволяет нам… Я хочу сейчас вернуться назад, немножко перелистнула. Протромбиназа – это вещество, которое позволяет нам в последующем трансформировать протромбин в тромбин. То есть вторая фаза, она более короткая, и это образование тромбина. Путем трансформации протромбина в тромбин. И, наконец, третья завершающая фаза – это образование фибрина. Путем активации тромбина, фибриногена и его трансформации фибрин сначала мономер, затем фибрин-полимер. С последующим включением фибрин-стабилизирующего фактора и мы достигаем цели, в организме образуется фибрин. Как вы знаете, фибрин – это как раз то основное вещество, которое формирует финальный тромб и способствует и обеспечивает окончательной остановке кровотечения. То есть внешний и внутренний механизм после образования протромбиназы трансформируется в единый общий механизм, уже не различаем внутренний и внешний механизм. И последующие фазы образования тромбина и фибрина, они идут по единому пути. Это очень важно, когда мы будем с вами разбирать, мы будем коагулопатии, мы будем с вами вспоминать и дифференцировать, на каком же уровне имеет место дефект свертывающей системы. Итак, в упрощенном варианте, опять же, вот внутренний механизм, внешний механизм. Здесь в очень таком сжатом варианте показаны трансформации формирования из прокоагулянтов и их активных форм коагулянтов. Общий путь трансформации протромбина в тромбин, фибриногена в фибрин и стабилизация фибринового сгустка. Вот так визуально выглядит тромб. Если попытаться представить пространственно и понять, где находится первичный тромб, мы понимаем с вами, что на первичный тромб идет наслоение фибрина. Соответственно, с участием фибрин-стабилизирующего фактора мы и получаем конечный продукт тромб. Суммируя то, о чем мы с вами говорили в начале лекции, о механизмах формирования первичного и вторичного тромба, мы с вами как раз и убеждаемся в том, что основными участниками первичного гемостаза являются эндотелий сосудов и, соответственно, тромбоциты, а во вторичном звене главную роль играет свертывающая система, активация этого коагуляционного каскада. То есть мы достигли остановки кровотечения. Однако, если в организме не будет существовать равновесия, мы можем столкнуться с такой серьезной проблемой, как повсеместное свертывание крови и формирование ДВС-синдрома. Итак, физиологическая роль противосвертывающей системы, которая является, как вы понимаете, в самом названии заложена ее предназначение, это препятствие свертывающей крови, это поддержание крови в жидком состоянии. В норме в организме всегда вырабатываются такие вещества, как гепарин, протеин С, протеин С, альфа-2, макроглобулин, антитромбин-3 и другие вещества, которые включены в группу первичных. Почему первичные?
Потому что это те вещества, которые вырабатываются в организме, независимо от того, идет сейчас свертывание в организме или нет, активная система или нет. В свою очередь, когда идет активация свертывающей системы, в организме начинают вырабатываться так называемые вторичные представители противосвертывающей системы. Это и антитромбин-3, сюда же относят продукты деградации фибрина и ряд других веществ. И, наконец, плазминовая или фибринолитическая система. Она необходима для того, чтобы обеспечить восстановление кровотока в сосуде, в котором была ранее произведена остановка кровотечения путем формирования фибринового тромба. Конечным продуктом этой системы является плазмин или фибринолизин. В самом названии заложено, да, лизис фибрина, фибринолизин или плазмин. Также включается, и когда включается система фибринолиза. Вот на этой схеме, на этом схематичном изображении формирования финального тромба показано, что уже в момент, когда образовался фибриновый тромб, происходит старт или активация фибринолитической системы. Повышается активность, потому что сразу начинается восстановление кровотока. Если попытаться изобразить ее схематически, я вот попыталась желтым отразить, вижу на экране не очень хорошо. Вот у нас с вами вторая и третья фаза свертывающей системы, переход протромбина в тромбин и трансформация фибриногена в фибрин. И уже здесь сразу включается плазминовая система. Видите, трансформация плазминогена в плазмин и разрушение тромба. Вот так визуально и на этом слайде. На этом рисунке мы с вами видим, где и когда включается система фибринолиза. Давайте попытаемся разобраться, что же свидетельствует о патологии вторичного звена гемостаза. Прежде всего, это гематомы. Их локализация может быть самая разнообразная. Подкожная, межмышечная, забрюшинная. Между фасциями может располагаться. Внутримышечные гематомы. Здесь очень много моментов, которые позволяют нам говорить о том, что у пациента имеет место патология вторичного звена гемостаза. Чем отличается гематома от экхимоза? Довольно часто приходится слышать мнение, что это прежде всего размеры лимфы. Нет. Я хочу, чтобы мы с вами расставили акценты. И те, кто не улавливает разницу, сегодня вышли с полным пониманием этой проблемы. Если экхимозы, или то, что мы в быту называем синяки, это инфильтрация тканей форменными элементами, то гематомы – это создание искусственной полости излитием крови. То есть экхимоз мы не в состоянии аспирировать, поскольку там нет свободной жидкости, свободной крови. Гематома – это создание искусственной полости, и мы можем аспирировать содержимое. И механизмы образования ее разные. Следующий критерий поражения вторичного звена гемостаза – это кровоизлияние в суставы, что носит название гемартрозы. И, наконец, кровотечение. Опять же, это могут быть кровотечения из микроциркуляторного русла, но они отсрочены во времени. Что это значит? Это значит, что происходит первичная остановка кровотечения, потому что первичный гемостаз не нарушен. А в силу дефектности вторичного гемостаза эти кровотечения возобновляются. То есть есть определенная отсроченность во времени. И для внимательного доктора это всегда представляет очень важную информацию. Какие же тесты лабораторные позволяют нам говорить о патологии вторичного звена гемостаза? Попытаемся разобраться применительно к каждой из участников коагуляционного звена гемостаза. Прежде всего, это свертывающая система. И мы с вами помним, что свертывающая система
может ее активация происходить как по внутреннему, так и по внешнему механизму. Давайте попытаемся разобраться, какие же лабораторные тесты свидетельствуют о проблемах на внутреннем пути, внутреннем механизме. Если мы обратим внимание, то от нашего взгляда не будет скрыто, что участники внутреннего пути или внутреннего механизма очень многолики. Это и различные прокоагулянты, это 12, 11, 9, 8 фактор. Поэтому, когда мы говорим о патологии внутреннего механизма, мы здесь однозначно не можем сказать, дефицит какого фактора имеет место. Мы можем только подозревать, что это фактор 8, потому что 90% всех коагулопатий – это дефицит 8 фактора, антигемофильного глобулина. Итак, какие же лабораторные тесты? Это прежде всего такие скрининговые тесты, как время свертывания крови. Мы же с вами определились, что длительность кровотечения и время свертывания крови – это разные понятия. Итак, время свертывания крови поливает в норме – это 5-8 минут. Может быть, как удлинение времени свертывания, тогда мы с вами говорим о гипокоагуляции, и укорочение времени свертывания, тогда мы говорим о гиперкоагуляции. Следующий параметр – АПТВ – это активированное парциальное тромбопластиновое время. Есть еще аббревиатура АЧТВ. Это то же самое, только слово «парциальное» заменено на «частичное», то есть активированное частичное тромбопластиновое время. Время рекальцификации плазмы. Аутокоагуляционный тест. Вот нарушение всех этих тестов при, обращаю ваше внимание, при нормальном протромбиновом времени, протромбиновом индексе говорит о том, что у пациента имеет место проблема на внутреннем механизме. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что 90% всех коагулопатий – это дефицит фактора 8. Теперь давайте попытаемся понять, а что же нам позволит говорить о проблемах по внешнему механизму или по внешнему пути. А это прежде всего дефицит фактора 7, проконвертина. Так вот, удлинение или укорочение протромбинового времени, снижение или увеличение протромбинового индекса. И есть такой параметр, как международное нормализованное отношение или английская международная аббревиатура обозначения ИНА. Что это за параметр? Он применяется для контроля за применением антикоагулянтной терапии, антикоагулянтов. Поэтому его изменения тоже свидетельствуют о изменения по внутреннему, прошу прощения, внешнему механизму или внешнему пути. Но обращаю на ваше внимание, при этом сохраняются нормальные значения времени свертывания, активировано парциальное тромбопластиновое времени, не меняется аутокоагуляционный тест. Наконец, мы с вами определили, что после образования протромбиназы все процессы идут по единому пути, по общему пути. Так вот, о нарушении свертывающей системы на этапе трансформации протромбиназы в протромбин и фибриногена в фибрин свидетельствуют соответствующие параметры. Вторая фаза – это изменение тромбинового времени. И третья фаза – это изменение концентрации фибриногена. То есть, зная вот эти особенности, мы, соответственно, можем адекватно и правильно, грамотно оценить ситуацию клиническую, которая имеет место у данного конкретного пациента. Противосвертывающая система. Если мы вспомним, какие участники противосвертывающей системы, то, конечно же, здесь
первую очередь следует вспомнить об антитромбине 3. Эта система очень быстро истощается, поэтому при очень высокой активности свертывающей системы лабораторно будет зафиксировано снижение уровня антитромбина 3, нарушается толерантность плазмы гепарина. И, наконец, плазминовая система или фибринолитическая система – это повышение уровня D-димера. В норме он не должен превышать 0,25 микрограмм на миллилитр. А также положительные так называемые скрининг-тесты на ДВС-синдром. Это этаноловые, протаминсульфатные тесты, тесты с ядом змеи Эфа и другие. В норме эти тесты отрицательны, они являются скрининговыми тестами. Итак, завершив раздел физиологии и патологии гемостаза, мы переходим непосредственно уже к разбору группы заболеваний, которая получила название геморрагические диатезы. В России этот термин очень прижился, ну, в принципе, как и во всех странах постсоветского пространства. И этим термином объединяется группа заболеваний, которые имеют общий симптом – повышенную кровоточивость. И вот этот синдром, возникающий в клинике как у взрослых, так и у детей, принято называть геморрагическим синдромом. Обращаю ваше внимание, что геморрагический синдром, его происхождение, причины и механизмы разнятся, поэтому очень важно понимать, что происходит с пациентом. Итак, геморрагические диатезы подразделяют на вазопатии или патологию сосудов и возникновение геморрагического синдрома при вазопатиях, их еще называют васкулопатиями, реже, в основе лежит нарушение сосудистой проницаемости. Мы сегодня будем подробно об этом говорить. Следующая группа заболеваний, относящихся к геморрагическим диатезам, это патология тромбоцитов. Может быть количественный дефект, и тогда мы говорим тромбоцитопения. Может быть качественный дефект, и тогда мы говорим тромбоцитопатия. И, наконец, третья группа – это очень обширная группа, включающая в себя патологию вторичного или коагуляционного звена гемостаза. О каждой из этих групп мы будем с вами говорить в процессе лекционного цикла. Сегодня мы поговорим о первой группе вазопатии. Классификация вазопатии очень обширна. Кто предметно этим заинтересуется, может посмотреть дополнительную литературу. Я сегодня лишь обозначу ряд вазопатий, которые вы встречали и в клинике нервных болезней, или будете встречать в офтальмологии, в гематологии в том числе, в ревматологии. Так вот, различают наследственные вазопатии, и к ним относятся известные вам болезни Ранди Ослера, синдром Эллерса-Данлоса или Данла, это синдром гиперэластической кожи, синдром Казбаха-Мерита, это гигантские гемангиомы в сочетании с тромбоцитопенией и анемией, синдром Луи-Бар, знакомый вам из неврологии, в основе основными проявлениями являются телеинвитации, атазия кожи и атаксия. Ангематоз сетчатки Диппеля, Риндау и ряд других наследственных вазопатий.
Нас в большей степени сегодня будет интересовать приобретенные вазопатии и прежде всего заболевание, которое носит название геморрагический васкулит. К числу приобретенных вазопатий относятся геморрагический васкулит и другие аллергические васкулиты. В эту же группу входят васкулиты, которые возникают при диффузных заболеваниях соединительной ткани, или коллагенозах их еще называют, при медикаментозных и пищевых аллергозах. То есть они носят симптоматический характер. Инфекционные, токсические вазопатии. Вазопатии, которые возникли в результате гиповитаминозов, известная вам дефицит витамина С, цинга, да, и других витаминов. То есть спектр приобретенных вазопатий тоже достаточно широк. Немножко о классификации, даю такие расшифровку далеко не полную. Тромбоцитопений. Различают первичные тромбоцитопении. То есть это самостоятельное заболевание. И сюда относится иммунная тромбоцитопения или старое название идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура или еще более древнее название болезни Берльгофа. Вторичные или симптоматические тромбоцитопении, которые развиваются при аутоиммунных заболеваниях, при различных инфекционных процессах, при апластических анемиях, гемобластозах и различных токсических воздействий. Это количественный дефект тромбоцитопении. Качественный дефект тромбоцитов, то есть нарушение функции тромбоцитов, это тоже отдельная группа заболеваний, которые различают наследственные и приобретенные тромбоцитопатии. Патологии тромбоцитов будет посвящена лекция, поэтому подробно сейчас освещать ее не буду. Наконец, коагулопатии. Различают наследственные, и известная вам гемофилия А и Б относится именно к наследственному коагулопатии. Болезни или синдром Виллибранда. Хочу сразу сказать, что если вы будете смотреть учебники, изданные более 10 лет назад, вы встретите еще такой термин, как гемофилия С. На сегодняшний день гемофилия С, или это дефицит фактора 11, вынесен в редкие формы заболеваний, в редкие формы коагулопатии. Это дефицит самых разных факторов, начиная от 1, завершая 13 фактором, а также дисфибриногенемия. Это все наследственные коагулопатии, то есть это генетически обусловленные проблемы. К приобретенным тоже очень большой спектр заболеваний сюда входит. Я перечислю наиболее известные вам, тем более мы сейчас говорим о детском возрасте. Это дефицит витамин К зависимых факторов свертывания, или это заболевание, которое получило название геморрагическая болезнь новорожденных. Ряд других заболеваний. И, наконец, известный вам ДВС-синдром. Итак, геморрагический васкулит. За рубежом это название, это заболевание носит название Шенлейн-Гюнов-Пурпура. Я хочу сказать, что и в рамках страны, в которой мы сегодня живем, название Шенлейн-Гюнов-Пурпура или болезнь Шенлейн-Гюнова тоже достаточно часто употребляется. Следует сказать, что это заболевание носит, имеет очень много самых разных названий, которые исторически устарели. Это анафилактоидная пурпура, сосудистая нетромбоцитопеническая пурпура, геморрагическая идиопатическая пурпура, капилляротоксикоз, геморрагический иммунный микротромбоваскулит и ряд
других названий. Но за всеми этими названиями как раз и прячется заболевание, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Так вот, на сегодня, в соответствии с международной классификацией болезней 10-го пересмотра, это заболевание носит название аллергическая пурпура и зашифровано кодом D69.0. Впервые было описано более 200 лет назад, но по-прежнему представляет интерес не только для клиницистов, но и для научного исследования. Итак, геморрагический васкулит at the capillaries, oxygen leaves the blood and enters the body's tissue. Не является классическим гематологическим заболеванием. На самом деле геморрагический васкулит является типичным представителем системных васкулитов. Почему? Потому что на самом деле это заболевание, которое носит генерализованный характер и поражает сосуды всего организма. Сосуды, прежде всего, микроциркуляторного русла. И на сегодня все прекрасно понимают, что в основе развития этого заболевания лежит асептическое воспаление, то есть иммунное воспаление, которое приводит к нарушению структуры стен сосудов микроциркуляторного русла как кожи, так и внутренних органов. Заболеваемость детского населения представляет собой не очень широкая распространенность. Однако у детей дошкольного возраста его частота возрастает в десятки раз. И несколько чаще все-таки болеют мальчики. Закономерно возникает вопрос, а что же приводит к развитию этого заболевания? Каков специфический этиологический фактор вызывает системное поражение сосудов микроциркуляторного русла? Так вот, отвечая на этот вопрос, мы вынуждены сказать, что специфического агента нет, что есть так называемые провоцирующие факторы, число которых относится прежде всего инфекционные агенты, как вирусные. Вы видите, что вирусы представлены очень широким спектром. Это и цитомегаловирус, и вирусы гепатита В, С, респираторные вирусы, парвовирусы. И вы видите, вирусы иммунодефицита человека, вы видите, что они очень неоднородны по своему происхождению. Помимо вирусов, провоцирующими факторами являются и бактериальные агенты. Прежде всего, это бета-гемолитический стрептококк группы А, это микоплазмы, клебсиеллы. Вы видите, что к их числу относятся и ерсения, и сальмонеллы. И хочу обратить ваше внимание, что очень важным является наличие хронических очаговых инфекций. А того хуже – это обострение хронических очаговых инфекций. Это кариес, синусит, тонзиллит, аденоидит и так далее. К числу провоцирующих факторов относятся и паразитарные инвазии, различные гельминтозы. Очень тяжело протекают заболевания у детей, у которых имеет место гельминтозы, которые текут, они, как правило, текут хронически. Помимо инфекционных агентов, провоцирующим фактором является пищевые аллергены, прежде всего овощи и фрукты, имеющие красные окраски. Помимо провоцирующих факторов,
Возникновение геморрагического васкулита имеет значение еще так называемые разрешающие факторы. Это проведение профилактических прививок, различные лекарственные нагрузки. Все это приводит к сенсибилизации организма ребенка, и очень неблагоприятным является сочетание факторов атопии, то есть аллергических факторов, и инфекционного агента. Это значительно повышает риск возникновения геморрагического васкулита. Очень неблагоприятным фактором являются так называемые стрессовые факторы. Охлаждение, перегревание, различного рода физические травмы, психические травмы. Казалось бы, ну что такого происходит? Но мы с вами понимаем, что все это приводит к ослаблению организма и изменению реактивности. Его, соответственно, создает благоприятную почву для развития в данной ситуации геморрагического васкулита. Как же они реализуются, эти факторы? Путем формирования параллергических реакций. И следует обратить внимание, что очень неблагоприятным является сочетание как внутренних эндогенных факторов, так и внешних экзогенных факторов, что в совокупности повышает риск развития геморрагического васкулита. Что же происходит в организме в результате воздействия этих провоцирующих, разрешающих стрессовых факторов? Действие этих факторов приводит к тому, что в организме ребенка возникает аллергическая реакция. И эта реакция относится к третьему типу иммунологической реакции, то есть это немедленная иммунологическая реакция, цитотоксического типа, которая сопровождается образованием циркулирующих иммунных комплексов, прежде всего за счет иммуноглобулина А. То есть, если свести это до простого понимания, мы должны с вами представить себе механизм развития геморрагического васкулита следующим образом. Антиген, а это может быть бактерия, вирус, другие этиологически значимые агенты, плюс антитело, которое представлено иммуноглобулином А, в редких случаях иммуноглобулином G, образует циркулирующий иммунный комплекс, в состав которого помимо антигена и антитела входит еще и комплемент. И эта реакция сопровождается активацией системы комплементов. Организм пытается убрать эти иммунные комплексы. Они фагоцитируются макрофагами, фагоцитами различными. Эти процессы сопровождаются выбросом биологически активных веществ, прежде всего гистамина, кинина, что приводит к расширению сосудов. И результатом этого является проникновение форменных элементов в данной ситуации эритроцитов за пределы сосудов. Этот механизм называется пергиопедезом. При этом повреждение сосудистой стенки, то есть дефекта сосудистой стенки не возникает, а происходит только проникновение за счет расхождения сосудов. Помним, что когда идет, активация, повреждение сосудистой стенки, происходит активация внутреннего механизма свертывающей системы, в результате чего запускается каскад свертывания по внутреннему механизму, и в результате идет
образование тромбов. Все это происходит на уровне микрососудов. И в данной ситуации хочу обратить ваше внимание, что имеет место нонсенс. Пациент имеет геморрагические проявления. А какие мы с вами будем об этом еще говорить? Но при всем этом у пациента имеет место гиперкоагуляция. Происходит образование микротромбов. И если мы попытаемся вот патогенез изобразить схематически, мы можем проследить стадийность этого процесса. Итак, в результате выброса биологически активных веществ, мы с вами сказали, да, что происходит выброс в момент образования иммунных комплексов, активации комплемента и соединения антигена с антителом, что приводит к расширению сосудов, увеличивается их просвет. Иммунные комплексы, те, которые не удалось макрофагам извлечь из сосудистого русла, фиксируются на сосудистой стенке, поскольку расстояние в норме между эндотелиоцитами практически отсутствует. В данной ситуации за счет расширения появляются свободные промежутки. И в эти свободные промежутки начинают эритроциты пердиэпидезом проникать за пределы сосудов, что приводит к формированию форменных типичной геморрагической цепи, которую мы получили название петехии. И, конечно же, кровотечение. Помимо этого, активация свертывающей системы обеспечивает формирование тромба на уровне микрососудов. Вот и получается, что у пациента есть геморрагический синдром, но в основе лежит гиперкоагуляция. Перейдем непосредственно к клиническим проявлениям. Итак, различают простую или кожную форму, суставную или ревматоидную, абдоминальную форму, почечную форму и смешанную. Это сочетание двух и более синдромов. Вот сразу хочу с вами обратить ваше внимание на то, что на сегодня единой классификации геморрагического васкулита нет, к сожалению. И какой бы вы учебник ни открыли, вы везде увидите совершенно разную трактовку. Я просто хочу обратить ваше внимание, что мы оцениваем те синдромы, которые есть у пациента, и если их два и более, мы называем эту форму как смешанную, или еще называют ее кожно-висцеральной. По течению выделяют молниеносное течение. К счастью, на сегодня практически с этим не сталкиваемся. Он по типу менингококкового сепсиса протекает очень тяжело и зачастую является причиной летального исхода. Острое, затяжное, рецидивирующее и, наконец, хроническое персистирующее течение с обострениями, которые могут протекать часто либо редко. Очень важным моментом является прогнозирование риска развития различных осложнений. Итак, очень богата осложнениями абдоминальная форма. Нарушается перистальтика кишечника, поскольку кровоизлияние по ходу всего кишечника имеет место, это системный васкулит, что может привести к инвагинации кишечника, вызвать желудочное и кишечное кровотечение. В тяжелых случаях это может привести к перфорации кишечника и развитию перитонита. При массивных кровотечениях возникает острая постгеморрагическая анемия. В тяжелых случаях могут быть кровоизлияния в жизненно важные органы, это прежде всего головной мозг, надпочечники с развитием острой надпочечниковой недостаточности или синдрома Уотерхауза-Фридрихсена,
И, наконец, развитие хронической почечной недостаточности. Как же клинически проявляет себя геморрагический васкулит? Кожная форма проявляет исключительно сыпью. Обращаю ваше внимание, что в дебютке заболевания сыпь может не носить геморрагический характер. Она может быть, особенно у аллергиков, носить характер мелкопятнистой эритематозной, не более 5 мм в диаметре. В последующем приобретает характер геморрагический, всегда симметрично. Имеет излюбленную локализацию на ягодицах, разгибательных поверхностях конечностей. Как правило, большее количество элементов располагается вокруг суставов. Как правило, это суставы среднего калибра. Надо сказать, что клинические проявления кожной формы геморрагического васкулита очень показательны, очень наглядны. И если мы внимательно будем осматривать пациента, не будем стесняться снять с него, в том числе и трусики, мы увидим классические проявления геморрагического васкулита. На мой взгляд, вообще диагноз геморрагического васкулита – это студенческий диагноз, потому что тот, кто в процессе обучения запомнит, что геморрагический васкулит – это всегда симметричное поражение, это касается и кожных, и суставных проявлений, тот всегда заподозрит у пациента геморрагический васкулит. Вот пациент 15 лет, он лечился у нас в Республиканской детской больнице. Я видела его и консультировала уже на стадии, когда он болел более месяца. Но типичные элементы у него сохранились. Это мелкоточечная сыпь. Она склонна к слиянию и иногда вводит в заблуждение тем, что кажется, что это отдельные, то есть что это большие элементы. На самом деле это отдельные элементы. В тяжелых случаях может сопровождаться некрозом, пигментацией. Вот как раз это уже резидуальное проявление у пациента. Эта сыпь не исчезает при надавливании, находится на разных стадиях обратного развития, потому что рецидивирует, может каждый день появляться все новые и новые элементы. У третьих больных сопровождается кожным зудом и пигментацией на протяжении примерно одного месяца, не более. Суставная форма обращает на себя внимание, это симметричность поражения сустава. Чаще всего это голеностопные, лучезавязные суставы. И поражение суставов, сразу хочу сказать, это не артрит, а это поражение околосуставных тканей. Внутри сустава мы не встретим с вами поражение синовиальной оболочки. Все находится вокруг сустава и имеет все 5 признаков воспаления. Если вы вспомните патофизиологию, да, что это отек, это локальная гиперемия, локальная гипертермия, боль и ограничение движения. У ряда больных может развиться амгеневротический отек. Как правило, длительность суставного синдрома не превышает неделю. И довольно часто вначале появляются суставные проявления, боль прежде всего, отек, локальная гиперемия, гипертермия, а сыпь может появиться позже, что представляет затруднение при постановке диагноза, особенно у детей маленьких. И довольно часто ошибочно выставляется диагноз острая ревматическая лихорадка. Абдоминальная форма встречается от половины до двух третей пациентов. Боли в животе носят свакообразный характер. Нет четкой локализации. Почему? Потому что кровоизлияние сопровождает весь тонкий кишечник, весь кишечник. И поэтому нет четкой локализации. Иногда даже взрослые, большие дети не могут локализовать боли, показывает в области пупка.
Во время боли пациент занимает вынужденное положение. Ему очень больно. Может в тяжелых случаях сопровождаться рвотой с примесью крови, миленой. Ряд пациентов имеет болезненные ложные позывы на дефекацию. Надо сказать, что если абдоминальная форма появляется раньше, вот этот болевой синдром, чем сыпь, то, как правило, эти пациенты выставляются диагноз «острый живот», и они довольно часто попадают на операционный стол. Причем прогнозировать, как часто, как долго будет, как часто будет повторяться приступ в течение дня, там, когда следующий появится, как долго будет течь это заболевание, очень сложно. Почечная форма, она развивается примерно у 50% больных, развивается по типу гломерулонефрита, сопровождается микро- либо макрогематурией, клиническим образом, если макрогематурией мы можем выявить изменение окраски мочи, появлением белка, цилиндров мочи. Крайне редко возникает нефротический синдром, сопровождающийся отеком, и крайне редко развивается артериальная гипертензия. Лабораторно что нам помогает? Ну, конечно, очень информативным является общий анализ крови, который отражает воспалительный процесс. Вспомним с вами, что этот процесс носит асептический характер, да, то есть это иммунное воспаление, но изменения в общем анализе крови будут типичными для любого воспалительного процесса. Это лейкоцитоз со сдвигом влево, нейтрофилез, ускорение соя. При кровопотерях может развиться анемия. Характерное изменение белкового спектра крови – это и снижение общего белка, и снижение количества альбуминов, и увеличение фракции альфа-1, альфа-2 и бета-глобулинов. Важный момент для диагностики. Поскольку это воспаление, естественно, мы можем видеть повышение белкового острой фазы воспаления. Это и гликопротеиды, и C-реактивный протеин. Может повышаться уровень фибриногена. И очень важным является диагностическим тестом, является исследование времени свертывания крови. Мы с вами, разбирая патогенез, сказали, что имеет место гиперкоагуляция. Так вот, время свертывания по Ли Уайту будет укорочено, не удлинено, как принято, довольно часто приходится слышать, а укорочено. То есть время на образование тромба нужно меньше. Поэтому, соответственно, время укорочено. Также меняется и активированная парциальная тромбопластиновое время, и автокоагуляционный тест. Иммунологические исследования позволяют выявить увеличение уровня иммуноглобулина А, повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов, параллельно снижается уровень антитромбина 3. При почечной форме мы можем лабораторно подтвердить наличие гематурии, протеинурии, цилиндрурии. При абдоминальной форме положительные исследования кала на скрытую кровь, это реакция Грегерсена. Исследование органов брюшной полости, в частности почек, свидетельствует о их вовлечении в патологический процесс. Перед врачом встает необходимость проведения дифференциального диагноза. Прежде всего, это иммунная тромбоцитопения. Мы будем с вами говорить об этом заболевании на следующей лекции, поэтому я на сегодня диагноз оставляю за рамками данной лекции. Острая ревматическая лихорадка. Помните, мы сказали, что суставной синдром очень напоминает острую ревматическую лихорадку. Но нам следует помнить, что при острой ревматической лихорадке на первый план выходит поражение сердца, миокардит, чего нет при геморрагическом васкулите. Тип сыпи при острой ревматической лихорадке другой, там кальцевидная эритема, здесь геморрагические элементы. Требует проведения дифференциального диагноза с диффузными заболеваниями соединительной ткани. Очень как бы важный момент, но помимо симптоматического васкулита при диффузных заболеваниях соединительной ткани имеет много симптомов, свидетельствующих о поражение других органов и систем, поскольку это диффузные заболевания соединительной ткани, и основное заболевание обязательно себя проявит. Острый живот – это прежде всего острый аппендицит, инвагинация кишечника,
Это те заболевания, которые, с которыми необходимо дифференцировать абдоминальную форму на первых этапах, но и потом следить, чтобы не было этих осложнений. Ну, буквально два слова об остром аппендиците. Мы помним, что при остром аппендиците прогрессивно уменьшается время между приступами, оно все время сокращается, что при остром аппендиците остается фоновая боль, ну и появление сыпи у пациента с геморрагическим васкулитом снимает диагноз острого аппендицита. Каков же прогноз у этой категории пациентов? 75% пациентов от 60 до 75% это выздоровление. Однако у 25% детей, у которых имелось поражение почек в острой фазе, может развиться хроническое течение с развитием хронической почечной недостаточности. Это очень неблагоприятный момент, который ухудшает значительно прогноз. Летальный исход может развиться в результате различных осложнений, прежде всего абдоминальной формы, это инвагинация кишечника, это перфорация, это перитонит. К счастью, на сегодня удается при грамотном ведении этой категории пациентов избежать таких грозных осложнений с развитием летального исхода. Может развиться кровоизлияние в жизненно важные органы. Мы уже с вами эти моменты обсуждали. Это головной мозг, надпочечники. И на сегодня очень грозным осложнением, приводящим к летальному исходу, является развитие хронической почечной недостаточности. К сожалению, такие пациенты были и у нас. Это единичные пациенты. Но тем не менее, развитие хронической почечной недостаточности значительно ухудшает прогноз. Итак, как же нам попытаться помочь этой категории пациентов? Очень важными, знаковыми моментами является соблюдение режима. Пациенту назначается строгий постельный режим. Вот такие вот активные движения пациенту запрещены. Строгий постельный режим. Любой пациент с геморрагическим васкулитом должен быть обязательно госпитализирован. Очень важное значение придается диете. Она носит характер элиминационной или гипоаллергенной диеты. Пациент ограничен в питании. Он не может употреблять пищу, все те привычные для него продукты, которые он любит. Есть такое понятие, как и диета, которая получила название «резкое ограничение углеводов». Так вот, не только углеводы ограничиваются. Проще сказать, что пациенту можно, чем сказать, что нельзя. Пациент длительное время не получает хлебобулочные изделия. Ему дают исключительно каши размазни, сваренные на воде, без соли, сахара, масла. Можете себе представить вкусовые качества. Рекомендовано обильное питье. Возможно, употребление кисломолочных продуктов, которые ранее больной
употреблял. Необходимо исключить все продукты, которые усиливают перистальтику кишечника. То есть минимизация нагрузки на желудочно-кишечный тракт, устранение всех возможных аллергенов, и это на длительный срок. При абдоминальной форме пациент получает дробное питание малыми порциями в виде протертых продуктов в теплом виде. При почечной форме назначается стол 7, знаете, да? Ограничение белка и исключение соли. Показано применение энтеросорбентов. В частности, любые виды энтеросорбентов способствуют связыванию токсинов и уменьшению нагрузки на организм. Очень важно подойти к лечению, введению пациента индивидуально. Этиотропная терапия направлена на устранение аллергена. Если таковой есть, и мы знаем, мы, естественно, его устраняем. Или даже если мы прогнозируем, что эти аллергены, эти вещества могут вызвать аллергию, мы полностью от них отказываемся. И проведение антибактериальной терапии. В каких случаях назначается антибактериальная терапия? Если у пациента есть хронический очаг инфекции, очень ошибочно мнение докторов, а мы часто встречаемся в практической деятельности с тем, что родителям говорят: давайте сначала избавимся от геморрагического васкулита, а потом займемся вашим хроническим тонзиллитом, его лечением, лечением кариеса, лечением герментоза. Крайне ошибочно и неправильное. Позиция. Почему? Потому что если мы вспомним с вами, что является антигеном, а это те же бактерии, те же вирусы, любые другие аллергены, приводящие к сенсибилизации организма. Мы должны с вами понять, что любое поступление аллергена провоцирует формирование иммунных комплексов, то есть тем самым поддерживается иммунопатологический процесс. То есть лечение хронического очага инфекции, даже если нет его обострения, обязательно, иначе вы никогда не справитесь с геморрагическим васкулитом. Множество есть примеров из богатой практики ведения больных геморрагическим васкулитом. Но в силу отсутствия времени я на это останавливаться не буду. Антибактериальная терапия назначается еще и как терапия экс-ювантибус. Что это значит? Когда мы не знаем, есть ли хронический очаг, то есть мы его не можем обнаружить, но видим, что геморрагический васкулит течет упорно, рецидивирует. Назначение терапии экстивантибус оправдано. И, конечно же, если есть угроза формирования нефрита. Какие же препараты применяются с этой целью? Антибактериальные препараты широкого спектра действия, обладающие низкой аллергизирующей способностью. Это могут быть и производные пенициллина, и макролиды, и цефалоспорины. При наличии показаний проводится дегерметизация, лечение лямблиоза. Но хочу обратить ваше внимание на то, что мы на сегодня не в состоянии диагностировать гельминтов с помощью имеющихся лабораторных возможностей. То есть мы можем
с вами назначать дегемедизацию, когда мы никак не можем справиться с геморрагическим васкулитом. Имеет место рецидивирование кожного синдрома. Были такие пациенты, у которых мы никоим образом не могли выявить этиологически значимый агент, а появление геморрагической сыпи происходило упорно на протяжении 3-4-5 месяцев. И вот в таких ситуациях мы стали прибегать к проведению дегерметизации и добивались положительного эффекта. Итак, это этиотропная терапия. В каких случаях назначается, мы с вами обсудили. Патогенетическая терапия. Гепаринотерапия является базовым методом лечения васкулита. Почему? Потому что мы с вами знаем, что у этих пациентов имеет место гиперкоагуляция. Применяются как традиционный нефракционированный гепарин, так и современные низкомолекулярные фракционированные гепарины. И вы знаете их название, я не открою для вас ничего нового. Это эфраксипарины, надропарины, дальтапарины, кальципарины. Что касается нефракционированного гепарина, он требует подбора индивидуальной дозы. Начинаем с простой формы. При простой форме начинаем со 100-150 единиц на килограмм массы в сутки. Причем обращаю на ваше внимание, что нефракционированный гепарин вводится не менее 4 раз в сутки, потому что период его активности равен 6 часам, вводится подкожно в околопупочную область. Таким образом мы создаем с вами депо гепарина и обеспечиваем постепенное поступление его в кровоток за счет богатства жировой ткани в этой области. При смешанной форме стартовая доза и подбор индивидуальной дозы начинается с дозы 200-300 единиц на килограмм в сутки. Иногда мы повышаем ее до 500-600. Но сразу хочу обратить ваше внимание на такой момент, что все это проводится под контролем времени свертывания или активированного парциального тромбопластинового эмбрия. Вы видите, что критерием адекватности дозы гепарина является удлинение времени свертывания крови в 2-2,5 раза в сравнении с исходным, либо активированного парциального тромбопластинового времени 1,5-2 раза. Но возникает ситуация, когда доза гепарина, несмотря на повышение до максимальных цифр, не дает клинического эффекта. Вот здесь мы должны с вами задуматься, а что же делать? Почему мы не видим клинической эффективности? Вспоминаем, что важным условием действия гепарина является достаточный, адекватный уровень его кофактора антитромбина 3. Помним, что антитромбин 3 является представителем противосвертывающей системы, и он очень быстро истощается. Его продукция не успевает за гиперкоагуляцией. Поэтому назначаются препараты кипернин, антитромбин 3, это как раз препараты антитромбина 3. Если их нет, мы можем с вами назначить свежезамороженную плазму, но мы должны помнить, что введение свежезамороженной плазмы противопоказано больным, у которых есть риск развития нефрита, риск развития почечной формы. В этих случаях свежезамороженная плазма не назначается. Очень важный момент. Мы назначили гепарин, 2-3 недели продолжаем лечить, мониторим время свертывания. Наступает момент, когда и пациент говорит, 4 раза, поймите, вводится в течение суток гепарин. В 6 утра, в 12 дня, в 6 вечера и в 12 ночи. И пациент уже устает от этого, да? Болевые ощущения в околопупочной области тоже, скажем, не самые приятные.
Наступает момент, когда мы задаемся вопросом, а не стоит ли нам отменить гепарин? Что является критерием отмены гепарина? Опять же, изменение времени свертывания крови, но на этот раз более чем 2,5-3 раза. Помимо этого, клиническим критерием, показанием к отмене гепарина является появление экхимоза в местах инъекции. Однако, обращаю ваше внимание, что отмена гепарина начинается со снижения дозы, а не кратности введения. То есть вы вначале снижаете дозы, продолжая вводить 4 раза в сутки, а затем уже кратность введения. Это очень важный момент. Но помимо борьбы с гиперкоагуляцией, нам необходимо купировать иммунный процесс, то есть воспрепятствовать образованию циркулирующих иммунных комплексов. Каким образом мы можем воздействовать на иммунопатологический процесс? Но прежде всего применением гормональной терапии. Мы выбираем мягкие подходы, мягкие препараты, обладающие мягким цитостатическим эффектом. Это прежде всего преднизолон из расчета 0,5-1 мг на килограмм массы в сутки 3-4 недели. Но обращаю ваше внимание, что у пациента, у которых имеет место поражение почек, стартовая доза минимальная – это 2 мг на килограмм массы в сутки. Раннее назначение глюкокортикоидов позволяет уменьшить продолжительность заболевания, тяжесть клинических симптомов и, что очень важно, предотвратить дальнейшее развитие поражения почек. Как правило, гормональная терапия не назначается при кожной форме, при кожно-суставной, но все зависит, конечно, от ее течения. При всех остальных вариантах назначение глюкокортикоидов является обязательным. Как еще можно справиться с иммунопатологическим процессом? Альтернативным методом является применение плазмафереза. Плазмаферез – это агрессивный, инвазивный метод лечения. Следует помнить, что его применение обеспечивает выведение из кровотока исключительно крупных циркулирующих иммунных комплексов. И применяется он прежде всего при формах геморрагического сплета, которые не отвечают на традиционную терапию. Опять же, его эффект выражен при высоком уровне циркулирующих иммунных комплексов, при дебюте в виде острой почечной недостаточности, при развернутом так называемом абдоминальном синдроме и при поражении почек по типу нефротической формы нефрита. Поскольку имеет место гиперкоагуляция, то в данной ситуации показана дезагрегационная терапия. Препараты выбора любые. Мы здесь видим с вами широкий спектр возможных средств, применяемых с этой целью. Следует помнить, что применяется не менее 3-4 недель, иначе смысла нет. Если имеет поражение почек, то от 6 до 12 месяцев. Возможна комбинация препаратов с различными механизмами действия, но обладающие в том числе дезагрегационным эффектом. Это может быть комбинация дезагрегантов с нестероидными противовоспалительными препаратами в том числе.
При геморрагическом васкулите очень активно работает свертывающая система и быстро истощается противосвертывающая и фибринолитическая система. Поэтому оправдано применение препаратов, которые активируют систему фибринолиза, это и никотиновая кислота, это и дефибротин. Поскольку развивается интоксикационный синдром, применяются различного рода препараты, обладающие дезинтоксикационным эффектом и положительно влияющие на реологию крови. Предпочтение дается средним молекулярным плазмозаменителям. При тяжелом абдоминальном синдроме показано применение глюкозонокаиновой смеси, а также болеутоляющих и спазмолитических средств. При рецидивирующем течении кожной формы, поражении почек, при волнообразном течении пурпуры применяются препараты, обладающие противовоспалительным эффектом, и тяжелой артиллерией является применение цитостатика. Противовоспалительные препараты, безусловно, вы все с ними прекрасно знакомы. Это нестероидные противовоспалительные препараты, известные вам ибупрофен, эндометацин, вольтарен, дихлорфенак натрия, ортофен, применяются на протяжении 2-4-6 недель, зависит от ситуации. Но при тяжелых рецидивирующих вариантах геморрагического воспалита оправдано назначение производных аминохинолинового ряда, в частности, делагила, плаквинила. Обращаю ваше внимание, что курс лечения этими препаратами должен быть не менее 4 недель. Почему? Прошу прощения, месяцев. Почему? Потому что лишь на 6 неделе эти препараты начинают проявлять свою эффективность. И эти препараты можно применять в течение 1 года. Вы видите, что терапевтический эффект у этих препаратов запаздывает. Цитостатики. Показанием к назначению цитостатических препаратов является ряд ситуаций, когда у пациента имеет место быстро прогрессирующий нефрит, когда пациент имеет противопоказания к назначению глюкокортикоидами. Цитостатики показаны при рецидиве нефрита, сопровождающейся макрогематурией. Безусловно, эти препараты назначаются при отсутствии эффективности от назначенной ранее терапии. Неплохо себя зарекомендовал циклофосфан. С этой же целью применяются и азатиоприн, винкристин, 6-меркаптопурин. То есть спектр выбора цитостатических препаратов достаточно велик. Хочу обратить ваше внимание на типичные ошибки введения пациентов больных геморрагическим васкулитом. Уже немного времени мы посвятили обсуждению вопроса этиотропной терапии. Еще раз возвращаясь к этому, говорю о том, что нельзя откладывать на завтра санацию хронического очага инфекции. Неадекватная доза гепарина – это тоже достаточно типичная ошибка. В старых руководствах вы встретите рекомендации по назначению ингибиторов протолитических ферментов при лечении больных геморрагическим васкулитом. Это ошибочное мнение. Позиции пересмотрены на сегодня. Ингибиторы протолитических ферментов в терапии геморрагического васкулита не применяются. Неоправданной грубой ошибкой является применение ингибиторов фибринолиза. Помните, аминокапроновая кислота, параминобензойная кислота, трансэксаминовая кислота. Помните, да, что при геморрагическом васкулите имеет место истощение системы фибринолиза. И если мы применяем с вами еще ингибиторы фибринолиза, то, естественно, мы загоняем пациента в угол. Неоправданно применение прокоагулянтов и тех веществ, которые
их содержит. Так же, как и применение препаратов кальция и витамина К. Почему? Зачастую врачи, которые плохо знают эту проблему, идут по пути наименьшего сопротивления, не видят геморрагический синдром и начинают применять традиционную гемостатическую терапию. Ингибиторы фибринолиза, прокоагулянты, викосол, да, препараты витамина К, препараты кальция, ни в коем случае этого нельзя. Почему? Потому что мы уже имеем гиперкоагуляцию. Эти препараты не только не показаны, но они и противопоказаны, поскольку они вызывают угнетение системы фибринолиза, усугубление гиперкоагуляции, что ведет к тромбозу почек и развитию почечной недостаточности. Очень важные моменты, и мы об этом должны помнить. И, наконец, в завершение, это реабилитация пациента. Такие пациенты требуют наблюдения. Они находятся под диспансерным наблюдением на протяжении 3-5 лет, нуждаются в выявлении и санации хронических очагов инфекции, обязательно лечение сопутствующих заболеваний, ограждение от стрессовых воздействий, это касается и охлаждения, и перегревания, от контактов с больными вирусными инфекциями, потому что все это может спровоцировать рецидив геморрагического васкулита. Очень постепенно расширяется диета, постепенно начинают давать сухарики, потом уже возвращаются к хлебу. Не поверите, насколько это для пациентов радость, когда они наконец начинают есть хлеб. И необходимо исключить экстрактивные вещества, то есть все наваристые бульоны, домашняя сметанка, домашнее молоко, сгущенное молоко, то есть все концентраты, все это необходимо забыть. Такие пациенты не прививаются на протяжении ближайших 3, а иногда и 5 лет. Геморрагический васкулит не является абсолютным показанием, противопоказанием к проведению прививок, но тем не менее временный менотвод дается. Если у пациента имеет место поражение почек, то мы обеспечиваем их лечение на дому, прошу прощения, обучение на дому в течение как минимум 1 года с момента вхождения в ремиссию. Проведение курсов фитотерапии, гемостатической терапии. Если же все же пациент заболевает и на фоне ОРВИ возникает бактериальное осложнение, то применяются антибиотики пенициллинового ряда, обязательно применение дезагрегантов, антиоксидантов, мониторинг мочи, печёночных проб и проведение других методов, индивидуально по показаниям. И в завершение хочу сказать, что несмотря на то, что мы сегодня с вами разбирали достаточно серьезную проблему, развивающуюся у определенной категории детского населения, все же будущее страны зависит от здоровья нации. А как вы знаете, здоровье нации закладывается еще в детском возрасте. Поэтому хочу пожелать всем здоровья и успешной учебы. Всех благ вам!